Mm-hmm. Я бы выпил бутылочку, чем лег бы в могилочку. Нет, вы слышали? В каменоломне орда из-за коровы с неба падает. Не лягушки, а коровы. А мне хоть как. Один рыцарь на турнире цепом так огрел, что застрял в доспех. Ну ты че такой? Одним оружейники мучились, пока наконец бедняга не испустил дух. Ничего не бойся. Тут такой воздух, что никогда похмелья не бывает. Латва, не так быстро. Дрожите, я уже иду. Невероятно. Эй, ла-ла-лей. На севере должно быть страшно. Отдохни. Эх, не повезло. Но! Хорошо, что досточтимая княгиня призвала такого мастера. Вернулся рыцарь бравый, с войны с лихой забавы. А дама, что не ново, уж вышла за другого. И говорю тебе, не ведаешь ты ни дня, ни часа. А тот купец, что так радовался, когда его разбойники живым отпустили, нажрался пьяный, упал в озеро и утоп. Рыцарь де Пейрак Пейран убит. Ну давай! А такую спали. Хорошо, что досточтимая княгиня... Сударь ведьмак! Ну давай! Ты говорят, подраться? Быстрее! Не желаешь ли быстрее! С тихим обутом! Ой, мать моя ведьма! Доброго здоровья! Вот так индивидуум! Аж бояться страшно!
Ведьма! Лучших товаров не найдешь во всем Тусенте. Ла-ла-лей. Дай мне монету. Дай мне монету. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Со временем скисает. О, ведьма Геральт, княгиня любимчик. Так вот откуда этот шум. Не души, странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похоже. Здесь покоится Марго де Карентен. Разбитая посуда, будто кто-то ее швырнул в стену. Луи де Карентен почил в день поминовения святого Бендера. Звук доносился откуда-то оттуда. Довольно свежая. Похороны были недавно. Нет, это не могут быть кладбищенские воры. Золоченый подсвечник они бы тут не оставили.
Ни чудовищ, ни кладбищенских воров. Просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь? Странно. Быть не может. Шум явно доносится из этого склепа. Что-то здесь не так. Надо подождать развития событий. Может, за статуей? Ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты, как краснолюд какой-то. Тьфу!
Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя ярмо азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебя чего? Здесь частная беседа. О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело. Может, вам помочь? Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп, а эта швабра даже после смерти не отцепится. Так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл! Неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую Лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил? И всего-то раз 500. Тихо! Успокойтесь оба! Так чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой? Фамильный? Склеп де Карентенов? Читать не умеешь? Да, но его выкупили у кредиторов за мое приданное. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его. И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для гвинта. Так и знал, что это ты. Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься. Сейчас меня Кондратий хватит. Да были бы у меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо перенести. Ирек, беда. Да не будешь ты играть на деньги. А потом добавил, не то для меня ничего не останется. Еретик, а ну замолчи, не буду с тобой больше разговаривать. Ну уж нет, старая пересница. Это я с тобой не буду разговаривать. Значит, ты все-таки дал ей себя надуть. Эх, сука. Ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком, перенеси меня в зал Баклерского общества любителей гвинта. Оно тут недалеко. Ты был его членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет.
Я так точно не стану. Я этим займусь. Где зал? Как спустишься в катакомбы, иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо тебе. Глубже в катакомбы. Пойдем. Частное помещение достопочтенных членов Баклерского общества любителей гвинта. Это здесь. Лучше умереть от пьянства, чем от скуки. А вы, господа, тоже в клуб любителей гвинта? Что, сука? Ты еще кто такой? Кто тебя послал? Так много вопросов и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята! Он же тут в одно рыло! Эх, если б мне давали покрони всякий раз, когда приходится... Ладно, идем к Марго за наградой. Готово. Ну и где шкатулка с картами? Как выйдешь через бочарные ворота, поверни направо. Наш дом там легко узнаешь. Там над дверью вывеска с деревом.
Шкатулку я закопала в саду под розовым кустом. Вывеска с деревом, розовый куст. Запомнил. А что ты сделал с Луи? Воистину, он света не видел за гвинтом, но я бы не хотела, чтобы он очутился в канаве или в выгребной яме. Не волнуйся, я нашел ему хорошее место. Там он будет себя чувствовать как дома. Прощай. Вашим услугам. Красотки. Лучше умереть от пьянства, чем от скуки. Ведьмак, спаси нас от бестий! Что принесет нам завтра? Хочешь взглянуть на мои товары, Седой? Покажи свои товары. Увидимся. Никогда веры давать не следует. Запомни.
Только разбойниками эти наши... Расходитесь! Памятник Режинальду де Обре закрывается до особого объявления. Как закрывается? Мы весь день сюда ехали. Вы лжец! Гони назад наши деньги! Ваши билеты действительны. Просто подождите, пока выставка вновь откроется. Прошу всех разойтись! Памятник закрыт! Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда! Я же сам не сдержусь! Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт! Постой! Ты тот самый ведьмак, Геральт из Ривии! Кажется, у меня есть для тебя работа. Я видел объявление. Там что-то со статуей? Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Рассказывай, что там со статуей. Лучше раз показать, чем 100 раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Вот и он, гордость наша, Режинальд де Обре, величайший любовник, искуснейший фехтовальщик, а кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры на арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца у статуи. Ну, это же не какая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый, оплативший билет, разумеется. Ты должен найти эти яйца. Ты меня заинтриговал. Расскажи-ка мне об этом Режинальде. Долго придется рассказывать. По легенде, он спроектировал весь Баклер вместе с архитектором Фарамоном. Уже впечатляет. Точнее, именно Режинальд виртуозно распланировал точные пути отхода для застигнутых любовников. Позже он и сам ими пользовался не единожды. Не из страха, разумеется, а чтобы соперников не убивать на дуэли. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда – истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Ты знаешь, когда произошла кража? 2 часа назад, самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно – все было на месте. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным. Но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Но получится. Должно получиться. Явные следы пилы. Да, хирургически точная кастрация. Засохшее пятнышко крови. Спокойно, Режинальд, спокойно. Скоро ты будешь цел и невредим. Клочок плаща, сильно надушенный одеколоном. Этот запах должен привести к вору. Все получится. Должно получиться. Спокойно, Режинальд, спокойно. Скоро ты будешь...
Рехнется нам еще этот приезд ведьмака. Бутылка вина на двоих – это нормально. Ну, если один не пьет. В Баклере все спокойно. И кнется нам еще этот приезд ведьмака. Ну и запахи. Что сегодня на обед в Фазанырии? И никакой это не герой. Эх, не повезло. Запах ведет к этой двери. У меня три дублета. Ни в одном не пойду. Ну что слышно, кум? Рыцарь поступает так, как должен, а не так, как должен. Родишься таким страшным. Эх, и не будь я простым гвардейцем. А у чудовищ бывает мама? Вывеска с деревом. Похоже, тот самый дом. А мужик, наверное, уже в борделе. И тихонько ставит ноги. Раз тихонько он крадется, никому не попадется. Люблю выпить бутылочку винца. Иногда две, ну, по крайней мере, шесть. Медальон вибрирует. Что-то тут не так. Придется обойти. Наша кровь
меньше стоит, чем вино. Дайте передохнуть. Сапоги бы хоть почистил, бродяга! Иди с другими болтай. Береги себя. Геральт из Ривии, если не ошибаюсь. Долбаная сучка Аретта. Ага, все как она говорила. А вот и обещанные карты для Гвинта. Thank you.
Что принесет нам завтра? Кажется, меня сейчас тошнит. Принесет нам завтра. Поесть бы чего. Готово. Не будет больше шума на кладбище. Там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все орут, как оглашенные. Один только и знает. Одрин, Одрин, как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудище, как вы и говорили? Да, трудная была работа. Едва живым оттуда выбрался. Вам должно быть кодекс, запрещает разглашать подробности. Ну и к лучшему. Прошу, вот вам небольшая премия. Заслужили. Наконец-то тишина. Чтоб их так к работе тянуло, как к танцам и к рюмке. Приветствую, вашу милость. Мое имя Варнава Базиль Фолти. По поручению княгини я буду исполнять обязанности дворецкого в Корво-Бьянко. Прежде я успешно нес службу в родовом поместье семьи Кнебельи, а также в Назаире у адмирала Рампали, который, как вам, возможно, известно, был чрезвычайно требователен. Погоди, Варнава Базиль. Уверяю тебя, я не совсем обычный землевладелец. По правде сказать, это первый собственный дом в моей жизни. О, в таком случае доверьтесь мне. Я все устрою и буду следить за порядком. И в скором времени это место станет лучшей винодельней в округе. Я уже вижу, что дом в надежных руках. Похоже, у этой винодельни богатая история. Кому она принадлежала до меня? Княгиня приобрела его у барона Росселя, когда тот разорился.
Он, в свою очередь, купил его у господина Балюса, герба палачей. Очень яркий был человек, родом из Кэдвена. Он действительно был палачом? Нет, сам он нет. А вот его прапрапрапрадед точно. По слухам, он был обычным душегубом, но каким-то чудом получил при дворе в Боклере должность княжеского палача. Говорят, очень он был усердный. Отрубил больше голов, чем виноградных лоз в королевских виноградниках. И ни разу при этом не колебался. Всегда рубил ровно, работал на совесть. За выдающиеся заслуги прежний князь пожаловал ему титул и эти земли. А господин Балюс в молодости был инженером. Выйдя в отставку, он обосновался здесь и занялся виноделием. К сожалению, по воле рока, сперва он утратил обоняние, а затем и вкус. Кроме того, лекари запретили ему употреблять алкоголь. Неприятно. Ему пришлось оставить виноделие? Куда там? Он стал делать еще больше вина. Начал устраивать шумные приемы, приглашал друзей со всей округи, угощал их своим вином и радовался, видя, что, по крайней мере, их он делает счастливыми. Вот таким вот был господин Балюс. Может, пройдемся немного по Корвабьянка? Разумеется. Прошу за мной. Думаю, что разумно будет начать с холма. Вот владение вашей милости во всем своем великолепии. Сколько всего? Без всяческого сомнения. Я покажу вашей милости некоторые интересные детали. Прошу за мной. Ты всю жизнь был дворецким? Да, я родился в семье потомственных дворецких. Мой отец был дворецким, и дед. Двоюродная бабка была домоправительницей. Собственно, с нее все и началось. Двоюродная бабка? Женщина с характером. Говорят, она с раннего детства твердо знала, чего хочет. И добилась этого. По прибытии в Буклер она сразу же нанялась горничной к одному виноделу. Постепенно дослужилась до домоправительницы. И в конце концов пристроила всю семью. Если муж какой не пьет, его баба дома бьет. Здесь проживает прислуга. Тот зеленый дом занимаю я. Соизволение княгини, я нанял полный штат прислуги за счет княжеской казны. Как мило с их стороны. Надо признаться, это не самая живописная часть имения. Но, наверное, вашей милости стоит знать, где проживают ваши слуги. В этой части имения барон Россель приказал выкорчевать виноградники и на их месте посадить оливы. Прекрасный вид, особенно весной. Сейчас тоже неплохо смотрится. То виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал. Все потерял, что так искал. Тарирарам, тарарарам, тарирарам, тарарарам. Перед нами ваша винодельня. Здесь растет сорт Карванере, один из старейших в мире. Вино выдерживают в дубовых бочках. Оно обладает изысканным вкусом с нотами ежевики, дикой вишни, сливы и корицы. Надо будет попробовать. Брюхи урчит. Этот ведьмак с севера, говорят, страшный забияк. Даже королей нескольких у контрапунктов. Это ж чушь на постном масле. Красивый колодец. Да, хотя он давно уже пересох.
Когда господин Балюс устраивал здесь шумные пиршества, колодец наполняли вином. Рассказывают, что некогда один из гостей, впервые посетивший этот дом и незнакомый с обычаями, решил броситься в колодец из-за неразделенной любви. Пир уже близился к концу, колодец почти опустел. Незадачливый самоубийца прыгнул в колодец, но не убился, а лишь переломал себе ноги и стал пить вино, чтобы заглушить боль. Упился до смерти? Что вы? Наутро, когда его нашли, он решил, что стал свидетелем двойного чуда. Вода превратилась в вино, а сам он выжил. После этого он удалился в монастырь в Драконьих горах и начал проповедовать мудрость пророка Лебеды. Ежели кто, мол, ты богат, то может и выпить. Жена господина Балюса устроила здесь сад. Ах, какое прекрасное место было! А теперь слегка запущенное. Согласен. Однако же ничто не мешает восстановить его былую красоту и вновь посеять травы и иные растения. Госпожа Нина сажала здесь мелкие нежные цветы и травы. Их аромат, можно сказать, еще витает в воздухе. А ты сентиментален, Варнава Базиль. Особо урожайные годы в этом месте был дополнительный погреб для вина. Хм. Если приложить немного труда, получится неплохое стойло для плотвы. Здесь находится винный погреб. Во времена господина Балюса тут хранилось вино, а при бароне Росселе еще и оливки. Я позволил себе немного прибрать беспорядок, который я устроил, когда дрался с Бруксой. Спасибо, Варнава Базиль. Очень признателен. Нетрудно заметить, что фасад, скажем так, слегка неопрятен, но нельзя отказать ему в определенном неуловимом южном очаровании. Это точно, но немного неуловимо очаровательной краски ему не помешает. И вот мы внутри. Налево хозяйская опочивальня, направо столовая и кухня. Наверху гостевая комната, которая в настоящий момент используется как кладовая. Неплохая идея. Пока что меблировка дома скудна, но я надеюсь, что общими усилиями нам удастся изменить все к лучшему. Если, скажем, повесить здесь несколько картин, это придаст интерьеру совершенно иной характер. Теперь ваша милость знает, как все выглядит. Корва-Бьянка – прекрасное имение. Хотя, к сожалению, годы не прошли для него бесследно. Если, простите мне мою смелость, если вашей милости будет угодно вложить некоторую сумму в ремонт и отделку, я всегда готов служить советом.
Охотно воспользуюсь твоим предложением. Когда решусь на ремонт, обращусь к тебе. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи.